пригласил нас в Италию с тобой. Папа Римский пригласил нас в Италию с тобой. Папа Римский пригласил в Италию. Папа Римский пригласил в Италию. Ах, как кружится голова, как голова кружится. Поймаю. Не поймаешь? Поймаю. Не поймаешь. Заловлю так, что ноги лопнут. Ну? Поймаю. Даже заловлю тебя. Заловлю гада. Не поймаешь? Заткнись. Поймаю. Не поймаю. Сейчас. Не поймаю. Заткнись. Дураки. Поймаю. Ну, давай. Hey!
наказал им. Противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, пишется в первом послании Петра, и звучит призыв к верующим трезвиться. Дьявол сеет терни забот и отвлекает взор верующим от Христа и его помощи, и направляет взор на себя, ведя к падению. Он сеет злое семя и похищает доброе в сердце человека. Павел говорит, что он занимает вид ангела света. Когда Иисуса обвиняли, что он силой Вельзевула изгоняет бесов, то Иисус сказал, что если сатана станет изгонять сатану, то не устоит, потому что разделится в себе. Нет, какой товарищ он Каганович! Не даже если товарищ он сеет розы, то чтобы уколоть сатану, если посылает такое ранее, то чтобы усыпить и ввести в заблуждение. Товарищ Каганович, она не делал. Товарищ Каганович, целью остается уничтожение рыба, ослепление веры. Пусто! Козел! Он никогда товарищ их не выпускает. Ради нее борется товарищ любыми Каганович! Средствами. Причет таким образом небдительных. Рыба! На это сатана испрашивает отношение у Бога. Товарищ Каганович, мы видим, как он просит. А в Верховном Совете пляшут пляшущие человечки. И богатого поклонника Бога. Много блять, рыба! Но немного поддался дьяволу. Хотя не знаю, как его настигли ненависть. Товарищ Каганович. Далее мы слышим из уст Иисуса. Товарищ Каганович. С учениками. Что сатана товарищ Каганович. Как пшеницу. И вы что не слышите? Он молился о них, чтобы не оскудила вера их. Вы меня не слышите? Но Бог позволяет сатане. Товарищ Каганович. Относите пшеницу. А в Верховном Совете пляшут пляшущие человечки. Но Бог также знает да. И возможного да. В этом испытании. Пляшут, пляшут. Больше, чем я вам что говорил? Очень хорошо. Да. Ну, не совсем, чтобы так. Испытание веры. Бывает. Такие дураки, да. Не трудно. Нет, нет, это вы зря. Нет, я тут с вами не согласен совершенно. Совсем, товарищ Каганович. Товарищ Каганович, надо быть интеллигентным, чтобы перестаньте. Товарищ Каганович, я прошу вас перестать. Я прошу вас перестать. Остановитесь. Остановитесь. Я ухожу. Вас не ведут на разговор. Я ухожу. Не смейте. Товарищ Каганович. Вы слышите меня? В Верховном Совете пляшут пляшущие человечки. Устами прилагать.
ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Спой нам, ветер, про чащи лесные, про звериный запутанный след, про шорохи ночные, про мускулы стальные, про радость боевых побед. Кто привык, ветер, про дикие горы, с нами вместе пускай запоет. Что ж вы начали, припев же обозначить, кто привык, за поеду боюсь. Вы считаете, это припев второй? Вот же припев, и нужно после каждой этой припев. Ветер про славу и смелость, про ученых, героев, бойцов, чтоб сердце загорелось, чтоб каждому хотелось догнать и перегнать отцов. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам песню, в ней прозвучали все весенние песни земли, чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Thank you.
Зачем ты ушел? Зачем? Как же я буду здесь без тебя? Как же так случается? Нехорошо, не может быть так. Не может быть так. С кем же мы будем? Как случается? Зачем? Зачем? Зачем так? Так не может быть! Так не должно быть! Ну как же это так? И уходи от нас! Я не верю! Я не верю! Зачем? Нет! Не надо! Нет, мы плохие, мы гады, ну что же это такое? Как же так может быть? Ой, несчастные мы, кем мы будем? Прости ты нас, прости, ну прости же ты нас, прости несчастных, гадких, мерзких, как же это так? Ну зачем же так все случается? На земле лучших сыновей берет. Зачем же ты ушел? Не надо, не надо. Это неправда. Ты ушел. Неправда. Ты ушел. Нет, 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 нет. Оставил ты нас. Как же мы здесь? Ой, зачем? Зачем? Нет, мы не хотим. Как же мы
Джуна.